Во Владимирской области выявили 19 случаев заражения коронавирусом за сутки. Днем ранее было 13. В больнице с тяжелой формой заболевания попали 7 человек. Накануне госпитализировали одного жителя области. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания ковидом в нашем регионе теперь 152 556. В лидерах по заражениям город Владимир, 6 заболевших за сутки. 4 новых случая выявили в Гусь-Хрустальном, 3 зараженных в Кольчугинском районе. За сутки в регионе один человек скончался от ковида. Общее количество погибших за все время пандемии – 3495. Число выздоровевших за сутки – 19. Всего болезнь победили 148 785 жителей области.